Привет всем любителям пошаговых стратегий! Лёша Халецкий, канал Лёша Играет, Юлий Цезарь и продолжение Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности. Подробности, что тут происходит в первой серии, так что если вы случайно наткнулись, то переходите к ней. Ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии, в котором, кстати, в этом плейлисте все серии спонсоры видят сразу. Большое спасибо вам за поддержку. Становитесь спонсором канала. Это вдохновляет делать побольше подобных видео. Так, делаем шедевр. Мы тут параллельно захватываем Египет. Я тут уже не смотрю, там должны давать 500 монет. Не, меньше там дают. За захват городов уже не египетских, но мне кажется, на данном этапе игры это не особо важно. Сколько там монет капает. Нихен надо в первую очередь захватить, потому что здесь уран очень нужный нам. Что тут напишут, сколько я золота и напишут. Ну, вы можете сравнить с тем, сколько было золота и сколько дали. Ладно, я сам сравнил, сходил, посмотрел, что было 4017, стало 4486. То есть 471 дали, собственно, как за лагерь. Вот мы уже смотрели. Так что деньги за захват лагеря, за захват города дают. Так, космопорт мы сорвали. Со мной воюют все, кроме Кира и Александра. Причем удивительно, почему Кир не вписался. У них задача захватить Рим, но они тут ничего не сделают. Хотя вот какая-то касочка высадилась. Но мне главное было не Хен захватить. Дальше я сейчас буду самолеты использовать против вот этих вот высаживающихся ко мне ребят. Даже, наверное, танчик стоит туда перебросить. Так, вот этого надо в Нихен. Как написали в комментариях, Нихен, Нихен, Нихен брать. Буря утихает. Могу нефть продать, могу жемчуг купить, кстати. Вот жемчуг я бы... А, подождите, я же в войне. Вот это, кстати, мод хороший на быстрые сделки, но то, что он пишет возможность купить, когда вы в войне, это странно, согласитесь. Просто путает. Есть космопорт в Риме. Так, ну у нас проект строится в Анце. Один ход остался, да? У нас, кстати, что-нибудь... Ну, инженера придется брать, хоть он мне уже и не нужен по-хорошему. А, два аэропорта. А я больше нигде аэропорт не строю, да? Мне два аэропорта надо. Для ускорения глобализации. Может, все-таки в Риме? Так, вось. Я, по-моему, я в конце прошлой серии смотрел где-то поставить аэропорт. Аэродром, точнее, да? Подожди, два аэропорта. Это имеется в виду... Потому что аэродром это вот начальный. А аэропорт это... Вот это. Так что конкретно вот здесь имеется в виду? Два аэродрома или два аэропорта? Ну, в принципе, без разницы, я смогу купить до аэропортов. Мне главное сам район поставить. Может, в Дуракаторуме? Вот сюда. Сколько он будет тут строиться? Пять ходов. Блин, пять ходов долго просто.
Реально в Риме вот на место кукурузы. В Риме просто два хода всего лишь. Ладно. Надо, просто надо. Давайте в Осте проект Манхэттен пока сделаем. Здесь продолжим сельские гранты. Орсак Хас. Тут я хотел театралочку вот сюда. Так, а вот два туки у нас. Одна есть. И в уруке. Так, давайте куда-нибудь в Вавилон. Так, а второй. Так, это у нас броненосец. Нефть у нас. Как у нас с нефтью? Что-то капает. Ну, вообще. Минус 3 на юниты, так что я бы, наверное, не апал. Но надо реально поплыть. Вот тут у нас Вавилон юниты ведет. Надо с ними поразбираться. Продрыв дамбы. Так, это вот в дамбу отправим в Ишнуну. Диверсии на производстве. Ну, давайте. Значит, у Галла это невозможно. Давайте тоже в Вавилон диверсии на производстве будем устраивать. Тут роща вообще ничего не дает, зря построил. Наука и золото там притягивающие, в принципе. Ладно, давайте. Зачем мне в Ракидет развивать? Просто продуктовый рынок купим и строителя построим. Ну, тут еще мне Гонконг помогает Нихен защищать. Не знаю, индус вообще тут зря лезет. Так, что там кто достроил? Амбиорикс Бродвей. Теперь ставит там постановки гальские свои. Ну, Гонконг не берется, инду. Не знаю, тут вот индус на Нихен лезет через Гонконг. Матерхорн, ну это мы спутник запустили. Бухта Халонг или Манджара. Но это вот на этом отдельном континенте. Так, что тут осталось от Дидоны, блин, три города. Реально вот впервые вижу. Так, давайте я пока выключу на данный момент вебку. Посмотрим, что. И а тут практически разобрали Византию. Халкидики, это, кстати, город, скорее всего, Александра. Ну, кстати, он может быть как Александра, так и Византии, на самом деле. Мне написали, что я не поставил греков в игру. Неважно, что Византия, Александр Македонский и Клеопатра — это греки. Как бы. Надо было еще древний, еще Перикла сюда с Горга запихнуть.
Ну, Салоники это точно от Византии. Вот непонятно, только отвалилось или завоевали они. Фиг знает. О, Валетта все-таки в игре была, между прочим. Только сейчас ее смог увидеть. Гелон. Интересно, это... Ну, выглядит как будто это город скифов отвалился к шумерам. Ну, галы тут прям зашибись, конечно. Так, он тут просто своей касочкой гуляет. А танчик куда поехал? Вон туда. Так. Угу. Не достреливает. Тогда будем индуса валить. Не знаю, зачем Вавилон сюда так плывет усиленно. Я ж ему не дам высадиться. Какая-то, конечно, высадка в Нормандии. Но очень... Ну вот, я могу продать Клеопатре, Дидоне, Амбиориксу, с которыми я воюю. Ну и смысл мне это показывать. О, мы еще и партизан смогли завербовать здесь. Качественно работает шпион, качественно. Так, давайте проверим энергию. Хватает мне, наконец, в моих основных городах? Хватает. Теперь вот тут надо будет где-то сделать. Ну, в Ракидете... А, блин, тут жители нужны. Так, какой у нас больше всего производства в каком городе? В Ансе. Значит, тут делаем второй... Второй проект. Ну, видите, за счет открытия этих чудес я уже в золотом веке, хотя до конца 10 ходов. Так, отремонтируем. 20% культуры в Нихене. Ну, такое... Наверное, полечусь танчиками. Этим сюда еду, чтобы на всякий случай, если все-таки кто-то высадится, чтобы быстро прибежать. Аэродром один ход. Деньги побережем для покупки зданий в нем. А ничего тут не должно отваливаться у меня по лояльности. Все важные города Египта я захватил. Я бы даже, можно, в принципе, мир заключать. Мне вот это ничего не надо. Ой, Губера из... Пингалу из Рима выкинули. Кстати, обратите внимание, как у меня провалилась наука, как только мне все войну объявили. Вот за счет того, что у меня счастья нету. То есть, меня практически гал догоняет. Сбежал кто-то из Рима. Вон снизу еще едет современный танк.
И то, что у меня караваны перестали китайцу бегать. Все серьезное. Ну, на воде их легко, конечно, мочить. 25. Ну, я не собираюсь побеждать туризмом, так что откажусь. И эта херня тоже. Тоже откажусь от него. Так, мы время построили. Это не ускорило, значит, реально аэропорты нужны. А это ускорило. Так, пока робототехнику отменяем. Зайдем в нанотехнологии, потому что мы ее ускорим за счет открытия глобализации. Глобализация два хода. Перемещу самолеты сюда. Ну, один тут оставлю и три там. Так, а что тут? А, ферма. Ну да, ферма на селитре нам не очень нужна. И вот еще можно попробовать мрамор отреставрировать. Ладно, поставлю пока здесь. Он, мне надо уран обработать, но у меня не добегает рабочий. И его, пожалуй, вот так танчиком защитим. Так, этот диверсия на производстве делает. Блин, вообще надо в Саисе и в Ракедете укрепление восстановить, а то он уже арта. Ну, блин, я же это все убью. Не страшно. Тем более Египет отстал, и меня вот больше волнует, что Вавилон ко мне посылает армию постоянно. Это неприятненько. Так, ну больше вроде не видать. Да, блин. Вот Индия в наступление пошла. Не дает обработать. Ну, надо его убивать, вот этого, чтобы не уран обработать. Тут стоим. Наверное, ванцы переброшу. И в Шедет. Теперь тут нам нужны самолеты.
Не у нас метеоритный дождь, ураган. Тоже не у нас. Так, тут ракетный крейсер. Ну, я уже, наверное, не могу этот капер спасти. Пытаюсь, конечно, проплыть, но... Похоже, без шансов. Так, подрыв дамбы. Сначала найти источники. Ну, я не хочу никакие чудеса. А вот этого художника давайте в эту театралку, потому что тут у нас будет художественный музей еще один. А, вот, смотрите, у нас в Шедете есть. Так. Отлично. Следующим ходом должно электричество появиться. Надо посмотреть, может, уже кто мир хочет со мной заключить. Не знаю, может, Египет реально уже добить. Это вообще зависит от того, заключат ли со мной мир. Потому что, если нет... То есть, например, Индия, мне Индия и Вавилон бы, ну и Китай, было бы здорово помириться. А так пока, так что у меня тут за хохолок. Many rules запуск I'll колонии на Марсе. Ну, это открылось, потому что ускорили глобализацию. Вот тут я бы поставил электронную коммерцию и Международное космическое агентство. Родное космическое агентство, 73 науки. Я думаю, вместо шпионов. А 2870. Блин, ну вот это вот мне все на счастье надо. Ну, то есть вместо... Ну, мне больше нравится... Тут, понимаете, 20... Я понимаю, что тут больше денег, но здесь дается производство от верфей, то есть это всем городам так вот размазано дается, а тут только тем, откуда караваны бегают. Ладно, пока эту не буду ставить. У нас сейчас, кстати, стоимость военных юнитов за деньги снижена, поэтому мы можем сейчас нормально так прикупить этих роботов. 1705. Так, а кто у нас там? О, этого инженера, кстати, можно и взять. Но этого ученого придется взять. Адмирала тоже можно взять, кстати. Накапливается меньше усталости. О, Чайковский у нас будет. Так, в Шедете. Что нам еще в Шедете? Эти центр коммерции, может. У нас тут на плюс 3 есть. Пустыньки. Так, тут внешние укрепления ремонтируем. Так, Магнуса на кооперацию повышаем. То есть, раз у нас может... Выкинула пинга. Ну ладно, блин, строим. Не хочется из Анца выбирать, тут довольство все-таки уйдет тогда.
тут, наверное, раньше эти были. Сфинксы. Поэтому такие странные пустые места. А вот, видите, сработала венецианка. Я строил одну подлодку, а мне дали две. Так, а этот у нас прибыл. А, это он выполнил диверсию на производстве. Тогда давайте в другое место куда-нибудь. Халкидики. Халкидики. Наверное, больше не буду пока подводную лодку. Физическая технократия. Исследуйте дальняя связь. Дальняя связь у нас где? Здесь. Но мы в умные материалы выйдем, потом дальняя связь. Ой! Ой, хорошо, у нас еще ход есть. Я хотел же пробовать помириться. А, еще 4 хода. Так, там у нас варвары. Надо вообще, конечно, тут лагерь забрать. Пойдем вот этой пушечкой. Апнемся следующим ходом. Так, что он сейчас будет вот этой линкором делать, интересно. Надеюсь, не будет ничего грабить. Что ты к этому танку пристал? Гонконг сейчас убьет твою каску. Ой, там рок-группа у Кира. Ну, не думаю, что у Кира... У Кира есть возможность... Да, тут... Я на первом месте, на втором месте Амбиорикс. Так, наводнение прошло. Египет никаких... Никаких дамп не построил. Так, ну чё, линкор, походу, ничего не сделал. А чё я робота здесь покупал? Они около фронта. Так, адмирала берем. Где он? Используем. Ученого берем, и он, походу, нам вообще ничего не дает, да? А, дальнюю связь, кстати, только ускорит. Ну, такое... Ага, дальнюю связь ускорил, кайф. Что там следующее? 100% на космическую гонку. И художника еще. Панамский канал построили. Ну, не я, не я. Кто-то. Кто-то на карте. А может его окружить, чтобы он не мог свалить никуда.
Хочу попробовать накопить еще на одного робота. Так, давайте он заказник просто достроит. Своим ходом. Бенгало вернулся. Блин, нам надо время, наверное, контршпиона какого-то посадить. Хотя уже... Так, вот тут нету ничего. Бани, бани. Нет, не бани, тогда... Подождите, а где? А, вот пригород. Давайте пригород тут сюда поставим. Ну, после театральной площади. Нехватка жилья в Дурокартуруме. Дурокартурум. Это Янг Дадди есть там. Дуро. Та-да-да-да-да-да. Дуро. Так, кого-то у меня перекупили. Кардифф, не, вот это Кардифф нам нужен. Кардифф надо вернуть, потому что он нам кучу дает электричества. А, его захватили, блин. Нет, блин, а кто? Где он был? Китай, что ли, захватил его? Вообще уничтожили? Нет, блин, вот это... Слушайте, компьютер соображает, что смотрите, сразу стало минус 6. Фак. Дипломатические видимости с другими цивилизациями. Мне кажется, уже поздновато для этого. Потом следующая эта фигня. Но хотя увеличивает количество торговых путей, в принципе, нормально. Если увеличивает количество торговых путей, то норм. Так, больше нет тут от Вавилона. Никакие юниты не плывут. Вообще надо идти апнуть. В современные подлодки. Так, подожди, а что оно не апы? А! Нет, давайте дальнюю связь откроем, потом умные материалы. Нам перед... Запуском межпланетной этой надо еще один проект делать. Так что... Ну вот и куда ты поплыл? Наверное, уже ванцы перебрасывать, чтобы быстрее проекты делались. Наверное, Суан только оставлю какой-нибудь один. Он все еще космопорт строил. Интересно. Тут этот мод хорош тем, что можно вот так навести
и посмотреть, в каком городе возможно строительство этого чуда и сколько ходов. Вот в Анции быстрее всего за 11 ходов, но там у нас проекты строятся. Вот этот в Нихейне биосфера. Возможно. Христос Искупитель. Золотые ворота негде. Эйфелева башня. Вообще, из чудес медресе Санкаре не построено. Собор Святой Софии. Но это на религию нафиг надо. Великий Зимбабве нигде невозможно. Большой театр в Медиалане и в Кумах. 15. Ну вот в Медиалане большой театр можно 15 ходов, например, поставить. Но вместо риса. Не, не хочу. Так, пошло затопление уже. Но у меня везде... Второй уровень, да? Но у меня везде построены... плотины. Sports do not build character. They reveal it. Бонусы соседства для театралки. Так, следующее надо было... Вот, дальнюю связь должна сейчас ускорить. Ну, мы откроем социальные сети, идем в синтетическую технократию. Понятное дело. Могу, наверное, добить. А, нет, у нас плывет кельт. Им надо... Ой, не кельт. Ну, слушайте, галы и кельт это одно и то же. Галы это одно из кельтских племен. Так что, что я галов кельтами называю, я думаю, вас не шокирует. Так, по-моему, у нас все музыкальные шедевры заняты, да? А нет, еще вон центр в Ракедете есть. Кстати, а в Ракедете у нас археологический, наверное, тоже можно купить. Но сначала я хотел робота. Или здесь робота? Давайте здесь робота куплю, ладно. Ну, просто пока у нас такой скидон в деньгах на покупку роботов, почему не воспользоваться? Ну вот это, смотрите, тут фиолетовым отмечено, потому что здесь можно какие-то улучшения поставить. Почему мод вот это вот тут показывает фиолетовым? На всех горах сейчас можно эти... Как его? Горнолыжные курорты, типа, для туризма. Но так мы через туризм тут не играем, то и нету смысла. А, подождите, тут нам не надо ничего. У нас тут заповедник.
По идее, капер у нас невидимый. Его не должно быть видно. Поэтому, может, не убивают пока. Исследовательские гранты. Ну, продолжим. И пока менять не буду тут. Все еще. Не, ну Египет ничего моему роботу не сделает. Что у нас по научной... Амбиорикс второй проект уже делает. Вау. Ну, короче, вот эта война просто в пользу Амбиорикса. Я не думаю, что он сильно по количеству тех отстает. Так, запретить строительство зданий этого типа. Ну, давайте запретим угольные. Я везде у себя все построил. Мне не надо. Так, 100% претензий. Ну, поставлю на галф, он скорее сейчас против меня проголосует. Может, тогда за себя проголосовать, чтобы очки получить. 2 очка дипломатической победы. Это я. Ну и всемирная выставка хай будет. Голосов у меня, правда, дипломатического влияния так себе. Кот наплакал. Ну, посмотрим, что-нибудь да пройдет. Наверное, против себя там вот то, что я... Так, вторая экспедиция у нас закончена. Угольную станцию запретили. Отлично. Претензии тоже я. А вот 2 очка дипломатической победы Тамирис, видимо, за себя тут влила. Да, 11 голосов. Ну и всемирная выставка. Очко дипломатической победы. Ускорение 2 социальных институтов. Ну, можно всемирную выставку немножко погонять. Так, инженера берем. Блин, или пропустить, там может на... Давайте пропустим, там может оказаться на... Сейчас Гал следующим ходом возьмет на космическую гонку. Зачем нам на довольство сейчас? Он одному городу всего дает. Так, синтетическую технократию. Буря усиливается. Куда ты, маленький... прибежал здесь. Ты же умрешь. Так, тут никто не плывет. Плывет вот линкор, но я думаю, мы... апнем подлодки. Тогда этим самолетиком убиваем и... еще 489 монет. Не, способность прикольная, но вот в начале только. Кир, кстати, у Кира алюминия имеет смысл купить. Так, алюминий. Ну, пускай вход, ладно. Мне бы все-таки не вход нравится. С другой стороны, он же может войну мне объявить, да? И алюминий я получу, а вход, ладно, давайте вход возьмем. И уголь давайте еще, если кто продает, продают. Но я даже не знаю, что нам тут. То, что мне нужно было, я уже прокачал. Ладно, давайте лян. На аквакультуру, наконец-то. Не, пока давайте исследовательские гранты. Не знаю, я... или ядерку все-таки надо. Но он нанотехнологии даже не открыл. Мне кажется, тут надо нам именно что в науку...
Ну и где? Почему-то нету производства. Почему я решил, что в Халкидиках производство? Ну, потому что вот оно нарисовано. А, вот она есть, только тут нету... Даже мастерской нету, ясно. По-хорошему нам надо вот сюда. Там Мари. Там есть смысл сохранять? Я думаю, нет. Тут у меня караванчиков столько, индус может. Или, а, подождите, или у меня реформа денежного обращения. Да, невозможно грабить. Пока невозможно грабить. И, ну, вообще 5%, 5% в культуре, наверное, можно поставить. А, нет, маловато дает. Это вот тут наука нормально дает, а вот культура, ну, наверное, не надо. О, в Равенне не хватает довольства. И у меня случайно не закончилось с кем-то. Когда я уже мир могу с кем-нибудь заключить? Во, могу. Так. С кого начнем? Давайте с китайца. Не, он вообще не готов. Блин, жалко, быстрые сделки не показывают их возможность мир заключать. Без шансов, да? Может, следующим ходом? Вообще не хотят. Блин, надо в Рим посадить анти... ну, контршпиона. It ascends from the earth to the heaven, and is again this... We find everywhere men of mechanical genius. Так, вот видите, плюс 30% к производству при выполнении городских проектов и плюс 3 к энергии. Вот это нам... Ради этого мы, собственно, синтетическую технократию открывали. Плюс тут будет демократическое наследство. Наследие. Так. Крупные банки. Может, еще рационализм поставим. Спортивные здания плюс один еще. У нас, правда, один стадион всего, но
Или электронную... Ладно, электронную коммерцию. Во, 800 стало. Ну, у Гала 600. Блин. Вообще не отстает. 70-63. Тамирис уже запускает. И Гильгамеш. А Тамирис-то как... сюда вылезла. Там ускорялки будут для полета, поэтому туда выходим. Ну, можно потихоньку ядерки, наверное, строить. Так, ванцы покупаем торговцев, чтобы увеличивать производство. Они сюда прутся. Просто морская осада Рима, но мы его юниты, их юниты, что они тут все подряд. Саиси не хватает энергии, не дотягивается. Блин, не дотягивается просто. Не знаю, может в Саисе тоже промышленную зону сделать. У нас было 1000 денег вход, теперь жалкие 300. Не, ну Каперу, наверное, все-таки хана. Что-то... Вообще там уже не выплыка, это со всеми война. Да. Жаль. Хороший Капер был. Много делов поделал. Ну, просто очень тяжело там оплывать. У нас так получилось, что если с кем-то воевать, оплывание далекое. Ну, по-хорошему, если я хочу заключить мир с теми, кто со мной воюет, не стоит сжигать города Египта. Но ничего не могу с собой поделать. Хочется... сжечь. Вот так мы к Клеопатре. Должна была любить нас, а она что-то как-то
плохо себя повела. И Юлий Цезарь наказывает. Блин, Гал вот отсюда приплыл, вот так вот столько плыл, понимаете? Плыл прям издалека, чтобы потерять свой линкор. Слушайте, а тут у нас не художественные, да, музеи? Тут археологические. Во. Полиграф возьмем и его на свою территорию в Рим посадим. Одну. Тут стадион. Еще ядерку. У нас просто нету смысла сейчас вкладываться в науку. У нас только третий проект. Нам еще четвертый. Кстати, а что там с инженером? Опять на довольство. Я посмотрю, что там. Ну, вот кто-то взял на 20%, но это такой себе. На 100% нету или плюс там 1000. А ученого тоже никто не взял на улет. Так что они вполне там в пуле должны быть. Среди Египта, среди Скифии. Ну... Тут нет. Блин, у меня куча несчастья и куча нехватки жилья. Хотя как, не несчастье, у меня ноль. То есть, все-таки минуса... Подождите, можно расти. А вот есть все-таки минус путеолах. Жарко все-таки в пустыне, там ребятам они такие. Что-то жарко. Бы пивасика какого. И вот в Саисе минус. Пятьсот 12 науки. Не хотел атаковать уже этого, чтобы не терять силу у робота. В принципе, я бы замирился, вот захватить Эдфу и замириться с Клеопатрой, но что-то никто не хочет. Ну и похоже, это следующие серии, все-таки вышли в эпоху Атома. Скорее всего, будет финишная. Сможем ли мы Гала обогнать? Вопрос. Вопрос. Так, нет, это ничего, опять менять не будем. Что мы тут выберем из того, что есть, это уже в следующей серии опять же.
Спонсоры канала уже могут поискать в плейлисте. Для всех остальных она выйдет завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живи Беларусь! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.